have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет! Это был призыв. Хорошо, пойдем. Пойдем на войну. Играем мы сегодня в баллисту. Как вы бегаете? Shift? Я бегать не могу. Шифтишь и бегаешь. Кувырок делаешь, кувырок. Кувырок я не помню на что. На левую кнопку мыши. На кнопку стрельбы кувырок. Кто это придумал? Ну, это так у лучника. Блин, мы уже все захватили. Ну все, мы выиграли. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Где кто? У нас тут дуэль косого со слепым. Я убил, да? Нет, я. Да блин, ты прям передо мной стоишь. Не стой на линии огня. Нет, оно стреляет по мне. Перекат, перекат, Dark Souls Style. Вы играть не умеете. А я что, это отрицаю, что ли? А чё вы меня оставили одного? Я пошел обходить его, если чё. И он меня сейчас убьет. Мне 16 хп. Да не рыпайся ты. У синей команды... Есть. Я убил. Я его убил зато. Он по мне попал, я за это заплатил своей кровью. Так, надо перезарядиться. У меня вообще 16 хп осталось, у меня одного оставил. Не мы, а я. Я тебя одного оставил. А кот пошел за тобой. Я не знаю, что он там пошел. Все, я перезарядился, поехали дальше. У меня сейчас 36 хп. А жизни восстанавливаются или... Ох ты ж, ё! Ладно, победа. Ну, победа вместо обеда. Хорошо. Спасибо, до свидания. Я пошел. Чего все такие красивые? У нас нуб на первом месте. И мы победили. Нуб. L. F, а не L. Так, мы в одной команде. Сейчас посмотрим. Я синий. Давайте за красную, да. А, синий. Так, я с киченезом. За красную? Синюю. За синюю. За синюю? Да. Все, я зашел в синюю, хорошо. Все, я тогда... Вы что, уже разбежались, что ли? Ага. Нет, я только заспавнился. Я вообще уже на точку. Фига себе, реактивные. Так, надо бы занять какую-то хорошую позицию. Я не помню, здесь... Сейчас, минуточку. Когда стреляешь... Стреляешь сразу, натягивать тетиву не надо. Все, я этим сейчас путался... А тут Friendly Fire есть, не помните? Нету. Нифига себе, люди тоже сломают. Да я тебе серьезно говорю, тут прям это... Кстати, мне эта игра напомнила Мордхау. Мордау, да. Мордхау. Да. Стой, ты чё, красный, что ли? Нет. Нет, я про другое. Меня ударили. Мне 25 хп, я пошел. Так, захватываем. Воу-воу-воу, нас гасит, стоп. Кто меня убил? Грубо. Нет, ну как? А вы за кого вообще? Я за лучника. Меня убили. Я за... Пойдем точку И захватывать. За щитовика. Ты за щитовика? Был за щитовика. Сейчас я буду уже, наверное, за обычного мечника. Есть, убил. Да, меня зажали. Я чувака из лука замочил со щитом. Не лук со щитом, чувака со щитом. Ну ладно. Ну да, чувака со щитом. Нет, меня застанили, блин. Я в чувака два раза выстрелил и не убил его, ну потому что он слишком бронированный. Я что-то не ожидал, что он добежит. А, тут вода заледенела. Да, 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 кстати... рыцари, лед, ледовое побоище, все дела. Что-то мне было страшно немножко на лед становиться.
А вдруг провалюсь? Потом я вспомнил, что я за лучника. Я все равно вешу как Леголас, так что хорошо, можно и так. Леголас. Лего в глаз. Мне нравится за щитовика играть. Ну как за щитовика. За. Уже не нравится. Да стрелу тебе в печень, блин! Кто меня гасит? Меня кто-то гасит. Я понял, что тут нельзя играть ни за кого, кроме лучника. Блин, я тоже. Но вы за лучников. Ах ты ж за лучник. А я тут людей разрушу. Давай, давай, давай. Что-то я попал в какую-то кашу, и меня быстренько замесили. Не очень приятно было. Лучник, я там что-то настрелял немножечко поинтов, но все равно меньше, чем хотелось бы. У щитовиков чардж есть. Это, ну, вообще как? Но это имба. Я знаю. Ну, то есть я ему стреляю раз, стреляю два. Эта штука просто прилетает ко мне, и все. Я, кто, как меня станет? Как меня станет? Чардж станет. Чувак, чардж станет. Нет, там обычные мечники были, они меня застанили. Можешь они использовать блок? Против стрелы? Я попадаю, но блин. Нет, уйди от меня. Попадать это одно дело, попадать это не сложно, а вот. В смысле не сложно, ай, блин, меня убили. Раньше ж, по-моему, стрела ваншотила, или когда это было? А вот я сейчас как бы хэдшот делал. Сделал хэдшот только. Так хэдшот в ведро попадает и все, и не убивает. Сколько раз уже, вот я сегодня делал хэдшоты и прям это... О, мне ассист прилетел, хорошо. Это главное всех меня понатыкать быстренько стрелой, а потом уже можно... А чё они никого не бьют, они за мной гонятся? Есть, убил рыцаря? Я видел. Который бежал на меня, да? Меня убил снайпер с горы. На горе есть снайпер? Блин, кто сюда винтовки принес? The what? Пойду заряжусь. А, тут... Тут крыса бегает. Почему синие всегда проигрывают? Не знаю, это судьба. Сейчас да я... попади ты, не двигайся, тварь. А, что за лучник-то такой? Не даёт мне попасть сюда. Да перезарядишь ты. Спасибо. Я попасть не могу тоже. Есть, убил чувака. Это я его убил. Это у тебя меня убили. Зачем? Буррито. Меня убил Буррито. Буррито? Так, стой, надо... А, тут... Тут чувак с мечом. Да, гадай, его зовут Буррито. С двуручным мечом. Это вообще, не знаю, какой-то... А, нет, чувак я из Dark Souls. Помогите, я застрял, все. Зачем я сюда забрался? Зачем я сюда пришел? Зачем? Помогите! Я же сейчас просто мог летать на своих звездных корабликах, уничтожать пиратов. Это было в прошлой. Это было в прошлой жизни! Планеты. Нет, блин, я должен тут хэдшоты за лучника выдавать, блин. Да. Ох, блин! Ай-яй-яй-яй, это было больно, 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 не надо. Я не умею стрелять, я не виноват в этом. Я не умею. Может, может не лучника? Что? Поверь, нет, лучник это самое лучшее, что тут есть. Щитовик. А, я не могу больше спавниться, круто. Это был мой последний чувак. Да, мы сдулись, блин. Интересно, сколько я людей убил? Я убегаю уже отсюда. Киллов 3, ассистов... Нет, король! Ассистов 8. Киллов 3, ассистов 8. Смотри, Бургер Кинг гнался за мной. Может, он понял, что ты курочка.
Как они это делают? Как они так хорошо играют? Так, ладно, стоп. Попробуй взять мечника. Кинь в баллисту. Так как нет, тут сундук дают. Ящик! Тыщик! Оу! Давайте как мне убрать вот это? О, ладно. Какую команду? Нет. За красную. А, да, красную. Что? Возьму-ка я вот... вот, да, вот тебя. Мне вы за кого? Вы за красных или за синих? И мы за красных зашли. А я за синих. Ну да, будем играть против друг друга. Удачи там. Но я вас убью все равно. Но, у меня ведро на голове, фиг ты со мной что сделаешь. Я Робин Худ. Вор в капюшоне? Да. Так, у нас Д обозначено как место под заход. Мне, по крайней мере, перезаряжаться не надо. Что уже хорошо. Валите, чуваков! Ой, я тебя вижу. Это не ты. В смысле заблочено? Стрела? Нет. Я по чуваку машу мечом, блин, размером как два чувака. Мне говорят, заблочено. Что? Откуда у него алебарда? Меня переиграли и уничтожили. Я стрелял по одному лучнику, думая, что я как крыса поступлю. И тебя снял другой лучник, который как крыса поступил. Да, который был на более высокой горе. Он был более крысее. Как можно сказать крысее? Ёлки-палки. О, мне съездали. Более крысоподобным. Есть! Минус. Валите отсюда, твари. Он был более профессиональной крысой. Он был более крысоподобным. Крысопрофессионал лучника. Чего, что еще может быть? Крысионал, да? Чем меня еще можно удивить? Скажите, я не знаю, чел. Есть, objective captured. Не-не-не, стой! А ну, да-да! Не убегай! Эх, блин, меч тебе в задницу, ладно. И тут тоже убили. Ой, меня нашли! Теперь я на самой высокой горе. Ой, я вижу свой труп. Ой, я вижу свой труп. Блин, меня еще с более высокой горы убивают. С ведром на голове. У меня ведро на голове, но я не стреляю. Я максимум могу метнуть меч. Ну так я за красную команду. Так. Ну как? Это кот, да? Это кот? Кот, если это ты, прыгни. Так тебе будет проще попасть, держи голову выше. Давай не будем по друг другу стрелять, Стреляй в кучу. Блин, далеко бежать. Ох ты ж ё. А, меня крыса убила, такая крысея. Уйди. Нет. Я в дерево уперся. Я пока добегаю, ко мне систы долетают, которые я там нарубил на мосте. Надо шлем поменять. Броню. Нет. Ага. Ведро и сковородка, наше все. Без ведра мы бы не пили воду, это сковородка не убила. Без ведра я никуда. Ну блин, ну я чисто как это в размен иду. Убиваю 2-3 человека, потом меня месят. О, на И. Почему я не могу найти? А я убиваю 0-1 человек, меня месят. Блин. Так что у тебя еще все хорошо. Ну я же говорю, что это вот первый раз играю за мечника, хоть что-то. Я вообще никого убить не могу. Я в баллисту не умею играть. Ну так это же и весело, когда ты играешь во что не умеешь, получается весело. Тут арава бежит, я хэд сделал. По мне два лучника начали стрелять. Да ёлки! Я тебя вижу, кстати, сверху, если чё. Знаешь, мне страшно, у меня 10 хп. Знаешь что, иди нафиг. Там еще один лучник. Кот, прыгни один раз. Кот красный, хорошо. Кот красный. Ты. Я справа от тебя. Не стреляй. Я лучник, который в тылу врага. Тихо. Тебя сейчас мечник убьют. А как меня можно застанить стрелой? Можно, можно. Я в него выстрелю, застанет. В смысле? Это он сейчас стрелял? Хэдшот, килл. Да как так-то? Это что за волшебник?
Гарри Поттера пересмотрю. Сколько у меня стрел осталось? 18. Так, захватываем и... Как так-то? Хедшот. Ассист. Он вообще-то тут! Прям, вы что, не видите, что ли? Ой, я случайно кувыркнулся. У меня стрелы закончились. Я пошел перезаряжаться. О, там у вас мясо вижу, да? Найн. Я со стрелой в голове бегу, у меня все хорошо. Сейчас лучника, по лучнику стреляю. Лучники по мне стреляют. Я упасть. Блин. А, там на гору залез. Ну я прям в размен хороший пошел. Ёлки-палки. Это наши? У нас одна точка осталась. Погоди, это мы сейчас захватим. Как перейти на другую команду? Нет, ко мне приехал чувак прям на щите, такой бах. У меня такое каждый день происходит. Ты что за тварь, крыса просто. Я чисто в кучу начал стрелять. У нас осталось 10 солдат. Круто. Я понимаю, я в кучу начал стрелять просто и убил там троих. Ну, не троих, но поранил троих. Или даже больше. А чё я так быстро бегу, когда у меня такое тяжелое оружие, кольчуга, броня, шлем? Блин, меня месят! Нет! Я же аж отошёл же. Я чувака в хэд убил, неплохо, кстати, получилось до этого. А я уже не могу дальше. Выстрел и попадание. В смысле, он... Послушай. Прикинь, чувак, я понял эту игру, я ее выучил. Книгу. Что ты выучил? Я понял эту игру, я ее выучил как книгу. Все, смысл ясен. Я уже смысл жизни понятен. Больше нет ничего умнее меня в этом мире. Я буду как это, я как ангел летать над полем боя. Только на этой планете. Я понимаю эту игру, я ее прочитал. Мы, короче, стабильно в команде проигравших. И мне кажется, что мы в команде проигравших, потому что это мы. Все, ноль игроков. Нас перестреляли, как дохлых крыс. Вон есть еще один красный чувак, которая защищает форт. Зачем ты выпрыгнул? Нет, дружище, не ходи туда. Туда не ходи, о, сюда ходи. Это был последний. Можно меня в лучшего лучника красной команды? Нет. Откуда у чуваков алебарды, копья, все дела? Я тоже это хочу. Это скин. То есть алебарда тот же длинный меч? Ага. Ну, я не знаю. О, сундук. Да, сундуки нам, кстати, в прошлый раз. Куда? Красную, синюю? Мне красивая шляпа. Шляпа это всегда круто. Я пошел в красную. Пойду попробую за... даже не знаю за кого. Да пойдем за офенса поиграем. Кого-нибудь обидим. Будем офенсить. Я хочу себе ведро. Все, у меня ведро на башке. Да я же тебе говорю, ведро это имба. Могла бы быть, если бы... Господи, я же был нормальным человеком. Теперь мне будут по ведру давать. Когда это было? Интересно, можно заблочить стрелу? Да, хотя чтоб, я ж не человек. Когда это, да, на самом-то деле? Что такое человек? Кто такой чебурек? Чебурек, Мариса. Это сейчас получилось вот вообще не очень. Я такой, ой, я подхожу к месту битвы, нажму-ка я блок, нажимаю блок, моментально подыхаю. Ай, забейте. Оборава лучников по мне. Ой. Я, кажется, зря взял... Меня спасло ведро, меня только что спасло ведро, мне по голове трижды прилетело. Начнем с того, что ты красный или синий? Я красный. А, тогда хорошо. Давай, захватываем. Есть. Точка наша. Ведро спасает. Ведро не спасет от выстрела в ведро. А что мне тролл кинули?
Я сделал хэдшот, не кинули тролл. Типа я со спины? А, это название. Дружище, я тебя защищу. Поздно. Я не про тролл тебя... Тролл за имя, оказывается. Есть! Троих чуваков на мосту размотал. Нет, там лучник. А зачем урон? Ты ж мелкий крысёныш. Блин, мне в колено стрелой попали. Теперь тебе не ведет дорога приключений. Куда ты убегаешь, тварина? Я хочу зайти со спины. Ударить. Оно убегает от меня, что мне делать? Ай, блин, меня самого догнали. Там ну хорошо. На одного, вас со спины обходят. Теперь у нас есть промежуточная база для спауна, что круто. Пойдем точечку С захватим. Но там нельзя спауниться. Где? На промежуточной можно? Да. Я только что там появился. Mm-hmm. То есть ее полностью отбили и теперь там безопасно. Нифига себе, был солдат, я укажу. Ох ты ж! Пойду на высокую гору, буду отстреливать людей. Ха-ха-ха-ха! Дабл килл! Нет, блин, не чарч. Ой, я еще щитовика. Офигеть, я тут развалил 3-4 человека. А что ты убегаешь-то? Ко-ко-ко, стой. У меня стрелы закончились. У меня щит... И на меня бежит какой-то мечник. Есть, еще кого-то. Завалил двоих. Да. Меня хотят убить, меня не хотят убить. Подходи меня слышно, хотят... ко мне. Меня хотят убить. Всех убью, один останусь. Погоди, сколько я народу завалил? 11 киллов на 3 смерти. Вы чё? Я тут просто сейчас весь сервер разнесу. А где я? Я, по-моему, прочувствовал геймплей замечника. У меня 1 килл на 4 смерти. Поздравляю. Я не разбираюсь в этом. Можешь сказать, сколько у меня. А почему нас промежуточную точку отбили? Я не знаю, наверное, потому что ее отбили. Заберите ее, пожалуйста, обратно. Было удобно, да? Помогите! Я на ней так ни разу не заспавнился. Я набил кучу урона, но не сделал ни одного килла. Блин. Я второй в своей команде. Вот это прям... Нет, ну, ты красный? Космо? Я просто настолько... Я красный. Да, но я у нас есть промежуточная низко. Точка. Я настолько низко пал, что меня уже не видно. Я сквозь список провалился. Дно пробито. О, фига себе, развернулся, зачаржился в нас. Вот этот чувак неплохо, кстати, сделал. Не попал, правда, но все равно молодец. Я нам эту промежуточную точку заберу. Так, мы Цешечку забрали пока что. Все, пошли на Б. Попал через полкарты. Опа, убил лучнику, просто ноги отрубил. Еще одного убил. Блин, я серьезно, вот... За рыцаря зарешал в этом раунде. Вообще круто получилось. Чего? Я улетаю. Есть, Б забрано. Мой труп. А в чем мы выиграли? А? Мы выиграли. Ну, видимо, да. Вообще на изи, лол, изи. Так ты проиграл. Так мы все красные, погоди. А, ой, да? Мой труп летает. Да не убегай ты от меня, тварь. Как меня убили? А, меня скрылся. Все, мы захватываем замок. Я видел мой труп, который в небе летал. Я не видел, я видел какой-то... У меня 13 киллов, 7 ассистов и 4 смерти. Блин, меня кто-то бьет до сих пор. А у меня сколько? Тем временем я. Я не вижу. 3 смерти и 6 ассистов.
3, у Киченеза 3 на 2. Фух, блин, вот эта последняя битва была прям эпичная. Ладно, ребятушки, тогда на этом эпичном моменте будем заканчивать. Сейчас мы сундучок откроем. Там что-то выпало, но я это уже потом одену. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока.